Всех приветствую на канале Helping Animals. Почти слепой котенок тыкался в ноги прохожих, прося о помощи. Мимо этого грязного и худого котенка проходили, не останавливаясь, хоть он и пытался просить помощи, путаясь в ногах у прохожих. Анна не смогла оставить его одного и решила найти ему дом. Малютка почти ничего не видел, у него были больные глаза из-за опасной инфекции. Если ее не лечить, котенок просто ослепнет. Нюша. Так назвали малышку, почти не сопротивлялась лечению, не было сил на это. Большую часть времени она просто спала, а когда ее гладили, мурлыкала. Вскоре Нюша стала уже гораздо лучше. Она начала играть и вести себя более активно. Кошечка прибавила в весе и уже не выглядела так замучена. Вскоре она настолько оправилась после болезни, что даже начала играться с другими котами. Вскоре Нюша обрела свой дом и семью, полностью здоровая и ласковая. Нюша была уже не крошечным тощим котенком, а красивым и игривым подростком, который любил внимание и бешеные погони по квартире с другими котами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.